друзья, мы пришли на массаж в очень аутентичное место. Я так понимаю, это не совсем туристическое место, но красивое. Под гигантским шатром, там какие красивые потолки. Рядом большая река. Я переодеваюсь и иду. Красивая. Yes.
Okay.
Так ощутимо, конечно, удары. Yes.
Это не слабо. Вспомнил местами свои лучшие времена с костоправами. Особо не церемонились. Massage. I like it. Массаж головы с одним из лучших видов. Поставим лайк оператору, он на картах просидел все видео.
Okay, kapung kai. It was very good, very good. Видимо. Kapung kai. Те, кто не выжил после этого массажа, видимо, в эту реку сбрасывают. Yes. Впечатлений много на самом деле. Во-первых, место очень интересное. Ты лежишь, смотришь на все это. И аутентично, аутентично. И ну, массаж тут жесткий массаж. Вот с молотком. Пару раз у меня прям флешбеки были костоправские. То есть там не расслабляющие постукивания. Пару раз нормально так мне зарядили прям. В общем, интересно, да. Это жесткий тайский массаж. Мне понравилось.